некоторым трудом, но нашли мы руины древнего аббатства. В городке Сутамура. Ну и стоит пройти немножко дальше. По Эбби-Роуд, вот этой вот. Естественной или когда-то искусственной. В общем, дорога к аббатству. Это находится оно на полуострове Ракуш. Ну что, попробуем зайти внутрь. Выехали мы из Сутамора. Вот тут какой-то карьер, не карьер. Оставили свою машинку. Вот наша машинка. И сейчас будем подниматься на старинную крепость под названием Хайнихай. Погода, ветер. Облачно, но будем надеяться, что дождя не будет. Идем вот по такой дороге. И сейчас мы к лесной тропинке приблизимся. И что мы видим? Мы видим горную тропу. И немножко дождь. Вот она.
Ну вот сейчас постараемся, насколько это возможно, подняться наверх, вон туда. Вот такая дорога здесь. Нелегко, наверное, было подниматься, но, видимо, затем крепость выстроили, чтобы до нее добраться было недругам нелегко. Погода, не сказать, чтобы жаркая, скорее наоборот, ветерок облачно. Но зато идти легко. Вот это цель нашего путешествия. Крепость Хайнихай. Вот на такую высоту мы уже поднялись. Поднимаемся вон с того места. Там наша машинка стоит. Ну, вроде бы правильно мы идем, да? Крепость видна очень даже хорошо. Резервуар с водой, видимо, хранились запасы воды в средние века, да? Это балкон. Не знаю, может быть, в древние времена отсюда, точнее, сюда выходили покурить.
Thank you.